Здравствуйте, друзья, с вами снова Валерий. Это именно та посылка, которую я ожидал. И в предыдущем видео говорил, что жду эту посылку. Ну, тогда это оказалась не та посылка. В данный момент я надеюсь, что это именно то, что я хотел вам показать. Думаю, что с помощью этого устройства видео будут получаться еще более качественными. Ну, а информативность зависит уж от меня. Ну, поехали. Вскрываем. Как вы уже догадались, повод этой картинки — это трехосевой стабилизатор для телефона. Смотрим. Так. Здесь кто-то звонит. Прикольный такой цвет. Скрываем. Вот так оно все это скрывается. Ух ты. Вот такая вот штучка. А, не видно вам. Вот так вот. Ну, прикольно. Болтается как, не знаю, что в проруби. В общем, я сейчас попробую с этим всем разобраться. И затем непосредственно уж покажу вам, что да как. Хочу отметить, что производитель позаботился о хранении и перемещении этого стабилизатора. Значит, в комплекте со стабилизатором идет вот такой вот замечательный чехол. Сделан на отлично. Все очень достойно. Внутри чехла есть ниши, где сам стабилизатор довольно жестко фиксируется. В комплекте с чехлом есть регулируемый ремень. В общем, чехол, я бы сказал, на все 5. Все отлично закрывается. И вот так вот это все выглядит. Так, и теперь непосредственно о самом стабилизаторе. Наверняка вы спросите, зачем мне это устройство. Отвечаю, в основном все съемки у меня происходят спонтанно. То есть вот я что-то сделаю, мне нужно взять видеокамеру и это все заснять. И поскольку у меня не фотостудия, у меня там нет каких-то штативов возле того же токарного станка, чтобы заснять видеокамеру и получилось отличное изображение, это надо ее как-то стационарно устанавливать. Мало то, что это все время, но это все неудобство. Плюс видеокамера не имеет внутреннего стабилизатора, и вот эти как бы небольшие встряски, они вылазят размытостью, то есть расфокусировкой изображения. С помощью этого устройства, я думаю, будет все намного проще, потому что взял в руки, как бы там я не трусился, но изображение, оно более-менее будет стабилизироваться, и я думаю, картинка будет намного лучше, чем я снимал до этого обычной видеокамеры. Значит, для того, чтобы разобраться с работой этой стабилизатора, довольно достаточно полчаса, максимум час. Больше времени вам придется уделить программному обеспечению, ежели желаете задействовать все кнопки, которые здесь есть. Значит, сам стабилизатор пришел с заряженным аккумулятором, и это при том, что он ко мне, ну, более месяца шел. Тем не менее, аккумулятор заряжен на 100%. То есть он не разрядился. Это очень приятно, удивило и радует. При первом же включении он сразу начинает работать. Самое первое, что нужно сделать, это отцентровать телефон. Вот я беру телефон. Вставляем. Вставляется он очень жестко, то есть до упора вот сюда, и здесь он фиксируется зажимами. И затем его нужно отцентровать так, чтобы этот телефон как можно более точно вставал горизонталь. Для этого вот имеется вот такой винтик,
попускается, и вот этот сам рычаг, он либо удлиняется, либо укорачивается. И затем это все фиксирует. Для первого включения и ознакомления с этим устройством достаточно, даже не подключая никакого программного обеспечения, буквально нажать и удержать кнопку off-on. Вот, нажали, и вот видим, стабилизатор сразу стал в рабочее положение. При перемещении, когда панорамная съемка, все движения происходят плавно. По вертикали телефон не двигается. Ну, только вот видим, я его как бы не крутил, он остается в заданных параметрах. Ну, можем перемещать по горизонтали. Ежели нажать вот эту вот кнопочку, вот эту вот, моды, вот, единожды, то объект, ну, в данном случае телевизор, да, например, он фиксируется, и как бы мы вот уже не поворачивали, он будет смотреть постоянно на тот телевизор. То есть, что бы мы ни делали, вот видим, все действия направлены на снимаемый объект. То есть, как бы мы здесь не ходили, не бродили, не тряслись, мы снимаем вот тут телевизор. Еще раз нажимаем, и у нас происходит панорамная съемка. Вот этим джойстиком мы можем передвигать вниз-вверх камеру. Вот видим. Вбок она не действует. При фиксированной съемке, ну, какого-то объекта, мы можем этим джойстиком управлять так, как нам надо. Влево-вправо, вверх-вниз. Для полноценной работы всех кнопок нам необходимо будет скачать программное обеспечение. Я его скачал с Play Market. Сейчас покажу. И эта программка именно для вот этого 3D-стабилизатора. Запускаем. И для того, чтобы ее полноценно запустить, нам необходимо включить Bluetooth. Вот так вот. Так вот, сейчас вот, вот он, этот телефон, нашел Bluetooth, он, телефон связался через Bluetooth с устройством трехосевого стабилизатора, и теперь мы имеем еще больший доступ к работе с этим телефоном. Теперь у нас в работе и вот эта клавиша, значит, при перемещении вот этой клавиши вверх, значит, мы можем переключать либо внешнюю камеру, либо внутреннюю камеру на телефоне. При перемещении вниз мы можем переключать между режимами видео и фото. В режиме видео эта же клавиша работает как зум. То есть можем приближать, либо удалять объекты. И кнопка старта, она уже работает как кнопка запуска видео. Если в режиме фото нажать вот эту камеру, у нас включится панорамная съемка. Ну вот сейчас так выставлено. И вот смотрим. Вот он пошел снимать панораму. Сейчас посмотрим, что получится. В общем, очень интересная штука. Вот, сейчас загрузится. Видим. Включим в режим видео. И включим. Вот так. Все, у нас пошла видеосъемка. При этом, вот этим рычажком, мы уже во время съемки, мы можем либо уменьшать, либо увеличивать зум. И стабилизатор у нас все это дело стабилизирует.
То есть, как бы я его не вращал, изображение остается на одном уровне. В общем, мне эта штука понравилась, очень даже достойно это все выглядит. Так, выключаемся. Вот так вот. И сейчас на улице дождь. Дождусь, покуда дождь закончится, и пройдусь, поснимаю, как это все снимает в динамическом режиме. Выключаемся. Включается очень интересно. Ну вот смотрим. Нажал, удержал. Сейчас он, опа, и застабилизировался. Само устройство сделано, я бы сказал, на 5 с плюсом. Вот реально все так подогнано, никаких там заусенец, удобно лежит в руке, все как бы под руками. С торцевой стороны есть резьбовые стандартные соединения, где можно либо подставку, либо селфи-палку, либо там еще что-либо закрепить. Имеется разъем для зарядки аккумулятора. И есть еще вот здесь USB разъем, написано для зарядки телефона. Само устройство работает, это радует. И думаю, порадует еще и вас. Погода, конечно, дерьмо. Моросит дождь. Вот я попробую как можно плавнее обойти вокруг этой клумбы. И в данный момент я снимаю на телефон без 3D стабилизатора. Ну вот я практически обошел эту клумбу. И то же самое мы сделаем со стабилизатором. Ну вот так. Голос. Хорошо, кажи. Молодец. Молодец. Все, сидеть. Молодец. Дай лапу. Дай лапу. Лапу давай, давай. Давай. Молодец. Все. Свободен. Молодец, молодец. Все. Гулять. Так, и вот то же самое я делаю с 3D стабилизатором. Вот я обхожу и снимаю ту же клумбу. Вот так вот, блин, дождь моросит. Ну вот так вот это все выглядит. Довольно прикольно. В общем, как-то так. На этом все. Всем побольше позитива, отличных видео, отличных покупок, отличных конструкций. Ссылки на трехосевой стабилизатор, как обычно, смотрите внизу под этим видео. До новых видео, друзья. Пока.